Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Влад Тельзен. Я вернулся спустя месяц, наверное, практически, да? И на медном я последний раз, собственно, выходил. И вот на медном я и зашел. Закинул те же самые сборки, которые у меня были месяц назад. Помню, что я ловил, так что у меня кончилось, кстати. Прошу заметить, я не знаю, что у меня кончилось. Королевский краб 14 у меня кончился, а у меня, наверное, его и... А, ну да, его по-любому нету, раз он кончился. Давайте купим королевский краб и, собственно, покажу, что вообще поймал. Полчаса стою, как вообще дела обстоят. Так, королевский краб 14. Да, есть в наличии, много брать не буду. Вот он у нас так, клипса, у меня стоит восьмая, получается. Сейчас попробую, кстати, на девятую закинуть. Что-то в чате писали про девятую, попробуем девятую. Но я уверен, то, что в чате-то у ребят и наживка, собственно говоря, другая. Вот, но у меня как-то вот так вот. Королевский краб, палтус, пикантный палтус и ПВАшка тоже палтус на месячной давности. Вот так вот она выглядит. Клипса восьмая, стою я 30 минут. Собственно говоря, и динкенбюльские заходят. Две линейки были хороших по 12, по 17. Давайте по массе. Ну и зеркалки тоже вот. Под десяточку была одна. Одна за десяточку. Один только чешуйчатый и один карась залетел. Чисто так случайно. Ну и в чате, конечно, летят трофейные караси. Но, в принципе, это не настолько интересная рыба. И за полчаса вышло 334 монеты уже. Попробую еще остальные полчаса достоять, посмотрю, что вообще будет. Собственно, куда я пропадал теперь к этому моменту. Да, у меня микрофон сломался, и вот сейчас я записываю с нового микрофона. Прошлый у меня был HyperX Holocast. Новый у меня HyperX Quadcast S. Есть просто Quadcast, а есть еще модель S поновее. Вот такие дела. Качество звука в разы лучше, как я... заметил, еще пока ничего особо не настроил. Первая запись пробная. Посмотрим, как будет. Пишите в комментариях вообще, как вам. Постоянные зрители, вам есть с чем сравнить, что было раньше, как вы меня слышали, и как сейчас. Вот. Такие дела. Ладно, не буду затягивать. И так уже затянул на пару минут. Сяду на стульчик, на стулку, и буду ждать клево. Интересная поклевка. Финальная поклевка. На этой рыбе остановимся, потому что прошел как раз час. Ее что-то взяло под конец. К вечеру. Активно клюет к вечеру. Я день просидел, особо ничего не поймал. И я тоже пришел для этого. Было светло, и активный клев начался уже после заката. Ну, это динкенбюльский, наверное, скорее всего. Хотелось бы, конечно, цветника. Но что-то ни одного цветника пока так и не было. Один даже динкенбюльский зеркальный сейчас зашел, вообще незачетный. Там что-то ему не хватило пару сотен грамм. Но тут пока я не вижу. А, все, вижу, вижу. Да. Динкенбюльский. Это у нас зеркальный получается, да? Или это линейный все-таки? Может, линейный? Потому что у него так как-то в линию. Если линейный, то это получше. Нет, это зеркальный на 15700, хорошо довольно-таки, уже без ПВ-шек, причем я сидел, у меня ПВ-шки кончились. И за час у меня вышло 24 хвоста, но один незачетный и один из них карась. Ну вот, по кафе. Извиняюсь. За кашель по кафе тут я, в принципе, в пролете, в кафе сдавать мне нечего. Ну так, ну 500 монет, в принципе, вышло. Ну, пойдет. Причем без ПВХ я половину просидел. На шару чисто. Из того, что у меня оставалось. Почему нет? Пойдет. Еще ночью досижу, наверное, и буду заканчивать. Вот, приходите, пользуйтесь. Если кому-нибудь понравилось, именно динкенбюльца, может высидеть, закрыть. Почему нет? Вот прям сразу спавна, восьмая клипса. Пробуйте. Возможно, повезет.